Добрый день! Сегодня я хочу показать в этом видео, как связать маленькие пинеточки. Только-только, чтобы забрать с роддома. Я одела на вот эту вот колодочку. Ремонт в доме идет, шум. Не могу выбрать время, чтобы сделать видео, девочки. А его ждут многие, поэтому не обращайте внимания на этот шум. Другого времени у меня просто нет. Ждала несколько дней, что прекратился ремонт. Но он идет и идет, и конца края не видно. Так что потерпите. Так, подошва у нас совсем-совсем маленькая. Сейчас я померяю ее. Тут у нас она всего 8 сантиметров. Но я ее растянула на вот этой вот колодочке. Колодочка 9 сантиметров. А так она будет 7-8 сантиметров. Здесь у меня 8. Эти маленькие только вот на новорожденного с роддома забрать, чтобы одеть на ползуночки или же на штанишки. Я еще не успела даже шнурочек сюда втянуть. Быстренько связала один. И пока у меня есть время и возможность, я сниму видео для вас. Это эти пинеточки для мальчика. Если хотите для девочки, в принципе, можно то же самое связать, как и эти, только взять розовую ниточку. И будет у вас для девочки. Для работы я взяла два цвета ниточки, беленькую и голубенькую. Это у меня пряжа Алисе детская, 100 грамм 320 метров у меня в этой пряже. И спицы я взяла 2,5, тоненькая спица. Я связала такие, чтобы они были плотненькие, тепленькие. У меня племянница должна скоро родить. Вот я для нее вяжу эти пинеточки. Может быть, кому-то еще пригодится, значит, будем вязать. И на спице 2,5 набираем 26 петель и провязываем один ряд лицевыми петлями. Следующий ряд. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, делаем накид и провязываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид, 2 лицевые, накид. 10 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, накид, лицевая и кромочная. Мамочки, которые сидят в декрете, должны скоро родить. Вот берите спицы в руки, ниточки, пряжу мягенькую и вяжите своему будущему малышу. Вы по этому видео научитесь. Я вяжу не так уж быстро, чтобы всем было понятно. Единственное, что от вас требуется, это знание лицевой и изнаночной петли. Как связать пинеточки, которые девочки вообще вязать не умеют, я давала видео. Учимся вязать пинетки. Такие абрикосового цвета. Там я показывала, как научиться и петли набрать. Можете открыть его и посмотреть. Провязали. Следующий ряд. Первую петлю снимаем, провязываем 2 лицевые, накид, 10 лицевых, 4 лицевые, накид, 10 лицевых, накид, 2 лицевые и кромочная. Я не сказала, что нужные накиды провязывать перевернутой петлей.
Вот. Накидываем и берем вот за заднюю стеночку и провязываем, чтобы не было дырочки у нас на подушке. И далее вяжем лицевыми. Опять накид провязываем перевернутой петлей. Далее 4 петли лицевые. Опять накид перевернутой петлей. И так до конца вяжем лицевыми. Делаем прибавку дальше. Первую петлю снимаем, провязываем 3 лицевые, накид, 10 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 10 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, накид, 3 лицевые и заканчиваем кромочной. Далее вяжем все петли лицевыми. Подошву мы вяжем, как обычно, мы вяжем на пинеточках, только просто расчет другой мы вяжем поменьше петель. Я набрала первоначально обычно 28, 32, 34 набираем, но эти мы на 24 набрали, ой, на 26, 24 я пробовала, получается, ну, слишком маленькие на куклу, поэтому я перевязала, набрала 26. 26 как раз нормально. Так, и еще один раз мы добавим петли на подошву. Первую снимаем, провязываем 4 лицевые, накид, 10 лицевых, 8 лицевых. Накид, 10 лицевых, накид, 4 лицевые и кромочная, заканчиваем ряд. И теперь два ряда вяжем лицевыми петлями. Первый ряд провязываем накиды, а второй ряд лицевой вяжем, возвращаемся к этому вот хвостику. У нас сейчас на спице должно быть, так, сколько на 42 петли. Мы добавили 4 раза по 4 петли. Вот 26 набирали. Плюс наша добавка получается 42 петли. И просто вяжем, возвращаемся на наш лицевой ряд, провязывая просто ряд лицевыми петлями. Вот наша подушечка готова. Новорожденного ложечка малюсенькая, поэтому
Широкую подошву делать мы не будем. Вот такая у нас получается малюсенькая подошевка. Я думаю, как раз вот на новорожденного малышика. Ну и теперь я взяла беленькую ниточку, не обрезаем. Я взяла голубую ниточку. Присоединяем ее к вязанию. Первую петлю снимаем. Я придерживаю голубую ниточку. Первую петлю вяжем лицевой, а вторую снимаем с накидом. Набрасываем на спицу голубую ниточку и снимаем петлю, не провязывая. Опять одна лицевая, одну снять с накидом. Одна лицевая, накинуть и снять. Одна лицевая, накинуть петлю и снять. Кукурузка рисуночек, он такой легкий, и он придает объем. Видите, получается вот такой, как объемный пинеточек. Так, по изнанке мы первую снимаем, идет дальше петля с накидом. Мы опять же снимаем эти две петли с накидом. Отдельно мы петлю провязываем лицевой, петлю с накидом мы опять же снимаем с накидом. Одна лицевая, одели накид, набросили и сняли, не провязывая. Старайтесь, девочки, внимательно вязать, чтобы не ошибиться. Потому что эта вязка такая, что вам придется распускать. Исправить ее как-то не получается. Следите, чтобы вы снимали петлю с накидом, а не отдельно петлю, не отдельно накид. Так, и кромочная. Теперь опять же этой голубой ниточкой мы первую снимаем. У нас отдельно петля идет, и дальше идет петля с двумя накидами. Отдельно петлю мы провязываем одной лицевой, а петлю с двумя накидами провязываем одной вместе изнаночной. Опять отдельная петля идет лицевая, петля с двумя накидами провязывается изнаночной. То есть вяжем резинку один на один. Одна лицевая, одна изнаночная. У нас вот уже получаются вот такие вот шишечки. Последняя кромочная вяжется изнаночной, и по изнаночной стороне мы вяжем лицевая и изнаночная. Мы так и провязываем одну лицевую и одну изнаночную, одна лицевая и одна изнаночная, и так мы до конца ряда вяжем. Итак, первый ряд вот у нас провязан, один ряд уже у нас шишечки, вот эти шишечки у нас есть уже, как кукурузка вот эта. И нам надо еще таких провязать 2 ряда. Всего 3 ряда я провязала. То есть мы опять начинаем заново вязать
Кромочную снимаем, лицевая провязывается лицевой, изнаночная снимается с одним накидом. Опять одна лицевая, изнаночная снимается с накидом. По изнанке изнаночная провязывается лицевой, а петля с накидом снимается еще с одним накидом. Затем по лицевой мы вяжем изнаночную лицевой, а петлю с двумя накидами провязываем изнаночной. И по изнанке провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная. И так повторяем еще 2 раза, то есть 2 ряда, чтобы у вас получились рисунок кукурузка. Итак, вот 3 ряда у меня провязано. 3 ряда кукурузки. Теперь нам нужно сделать мысик, связать. Мысик у меня из 6 петель связан. На спице у нас 42 петли, минус 6 петель мысика. Получается 36 и делим на 2, получается у нас 18. Берем беленькую ниточку и вяжем 18 петель. Первую кромочную также считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далее 1 изнаночная, 4 лицевые и 1 изнаночная, 6 петель. Далее 2 петли вместе 1 изнаночной. Разворачиваемся и вяжем дальше. Которую провязали 2 вместе, мы ее снимаем. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая. И 2 вместе 1 лицевой. Разворачиваем. 1 изнаночная, 4 лицевые. 1 изнаночная. 2 вместе изнаночные. Разворачиваем. 1 лицевая, то есть 6 петель мы вяжем. 4 изнаночные. 1 лицевая. И 2 вместе 1 лицевой. Теперь нам нужно перекрутить. Сделать косичку. Вяжем 1 изнаночную. Далее у нас 4 петли лицевые. За работой первую, вторую пропускаем, а третью, четвертую мы продеваем спицу. Снимаем первую, вторую, левой спицей подхватываем и меняем местами. Третью, четвертую одеваем наперед и их провязываем первыми. Затем провязываем первую, вторую. 1 изнаночная. Вот у нас перекрутился. Далее 2 вместе 1 изнаночной. Разворачиваем и вяжем изнаночная. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая. Далее 2 вместе 1 лицевой. Изнаночная. 4 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. Далее 1 лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая и 2 вместе лицевой. Смотрите, чтобы у вас в серединке было 6 петель. 4 косички и по бокам по 2. И еще раз провяжем. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе 1 изнаночной.
размером по рисунку. И теперь перекрутим еще один раз косичку. Сзади заводим, подхватываем третью, четвертую петлю за работой, переснимаем их и меняем местами. И по очереди провязываем. Вот у нас получилась косичка. Две вместе изнаночные. Разворачиваем. Одна лицевая, 4 изнаночные. И убавляем, считая петли на спицы. У нас должно быть 28 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Значит, надо еще убавить. Убавляем 2 петли. Еще убавляем здесь, вот провязывая 2 вместе. И здесь последний раз провязываем 2 вместе. На спице 28 петель. Вяжем по рисунку. И далее мы не вяжем уже 2 вместе, просто вяжем лицевыми. Теперь мы вяжем лицевыми, лицевыми, лицевыми. 3 ряда провязываем лицевыми петлями. Так, провязано 2 ряда. Теперь мы будем делать дырочки. Первую снимаем, накид, 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой. Потому что завязочки должны быть, чтобы не спадали с ножки. Последние 2 вместе и кромочная. И теперь нам нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожек. Ну, 10 провяжете. Ничего страшного не будет. Вяжем каждую петлю отдельно. Здесь мы накиды провязываем просто лицевой. Нам здесь дырочки нужны для шнурочка. Вот если на подошве не делать, не провязывать перевернуто, то на подошве тоже будут оставаться вот такие дырки. Так, для шнурочка у нас дырочки есть. Теперь вяжем просто беленькой ниточкой 9 дорожек. То есть одна уже есть, еще 8 дорожек. То есть 16 рядов туда-сюда. 1, 2, 3, 4. Так
16 рядов мы вяжем беленькой ниточкой, просто лицевыми петлями. Итак, переворачиваем на изнаночную сторону и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожек. Теперь берем голубую ниточку, отрезаем с другой стороны и присоединяем ее вот сюда. И вяжем такую же кукурузку. Вот вяжем один ряд голубой, один ряд вяжем беленькой и один ряд вяжем голубой. Вот мы три ряда также вяжем кукурузку, как мы вязали здесь. Только я поменяла цвета, не все три голубые, а в серединку я вставила беленькую кукурузку. Как вязать уже вы ее вы знаете, поэтому вяжем самостоятельно три ряда такой кукурузки. Можете одним цветом, дело ваше, как ваша фантазия подскажет. Итак, провязано у меня три ряда кукурузки. И теперь беру белую ниточку и провяжу два ряда беленькой ниточкой лицевыми петлями. Все петли вяжем лицевыми. По изнаночке вяжем лицевыми. Теперь я сделала вот таких вот пару рядочков, вот такие вот рисуночек интересный тоже для детских вещей, мы часто его используем. Поднимаю голубенькую ниточку, первую петлю провязываем, одну снимаем, не провязывая, нить за работой. Одна лицевая, одну снимаем, без накида, просто снимаем. Одна лицевая, одну снимаем. Кромочная. По изнанке снятую беленькую мы снимаем опять, но нить перед работой, перед петлей прокладываем. Следующая лицевая. Опять снимаем голубую, провязываем лицевой. Если кто за мной не успевает, то под видео есть такая шестеренка. Вы нажимаете на нее и делаете себе или быстрее, или медленнее, как вам нужно. Теперь беленькой ниточкой провязываем два ряда лицевыми петлями. По изнаночке тоже вяжем лицевыми.
Вот у нас провязан уже один такой вот пролетик у нас таких окошечек. Вот и еще мы так точно провяжем еще раз. Поднимаем голубую ниточку и вяжем. Так, голубенькую берем, первую снимаем, вторую мы вяжем лицевой, беленькую снимаем. Опять, где у нас голубенькая, мы ее провязываем голубенькой, а где у нас вот идет беленький рядок, мы снимаем беленькую. По изнанке так точно. Беленькую снимаем нить перед работой, голубенькую провязываем лицевой. Последняя кромочная. Так, дальше, девочки, мы провяжем 2 ряда беленькой ниточкой. Скоро заканчиваем. Еще немножечко осталось. 2 ряда провязываем беленькой ниточкой. Все петли вяжем лицевыми. По изнанке тоже вяжем лицевыми. Теперь я взяла обе ниточки, беленькую и голубенькую, и провязала 2 ниточками, 2 цветом, 2 ряда лицевыми петлями. Не провязана оказалась. Так. И по изнанке мы вяжем лицевыми, и потом по лицевой стороне закрываем петли. Я взяла крючок, можно еще крючком закрыть. Провязали и протянули. Провязали и протянули. Можно закрыть спицами, как вы привыкли. Можно и вот так крючком закрыть. Сильно не стягивайте, чтобы ножка прорезала свободно.
голубенькую можно немножко отрезать, а беленькую подлиннее, потому что нам нужно сшивать беленькой ниточкой. Итак, пинеточек наш связан. Многие спрашивают, как вы сшиваете пинеточки. Итак, первым делом заделываем все кончики ниточек, которые остаются. Я их заделываю вот сюда, между нашими петлями. Затем протягиваем, делаем как бы узелочек, чтобы он не растянулся, не развязался. И отрезаем ниточку. Далее, так как у нас здесь связано двумя цветами, пока двумя цветами мы и прошьем его. Смотрите, чтобы было здесь ровненько. Чтобы здесь ровненько совпало. И вот цвета, которые вот у нас идут, беленькая, голубенькая, чтобы они тоже совпадали здесь по изнанке. Если беленькую берем, то и тут беленькую берем. Вот опять пошла голубенькая, мы опять же берем за голубенькую косичку. Протянули. Опять подтягиваем. Беленькая тут и опять беленькая. Провязываем, голубенькую оставляем пока, и далее будем сшивать беленькой. Берем за голубенькие. Теперь вот идет косичка беленькая, и захватываем беленькую косичку. Далее пошла голубенькая, и на другой стороне берем голубенькую. Опять голубенькая и здесь голубенькая. Вот видите, косички идут. Косичка идет за счет того, что мы последнюю провязываем изнаночной петлей кромочную. Поэтому образуется вот такая косичка. И здесь берем за две косички и протаскиваем крючком. Опять косичка, косичка. И вытащили. Дальше пошли голубенькие, берем косички. Лишние ниточки не берем, только берем косичку. Здесь две косички и здесь две косички. Так, дошли мы до дырочек для завязочек. Видите, у нас все совпало. И вот на лицевой стороне какой у нас получается шов. Вот такой вот аккуратненький шовчик у нас получается, он даже не чувствуется. Затем выворачиваем на изнаночную сторону. Все вот эти ниточки мы заделываем. Беленькую заделываем сюда. Завязываем, чтобы она не распустилась. И также здесь протаскиваем и беленькую, и голубенькую.
Пару стежков протянули. И я их связываю две. Только не туго, чтобы не стянуть вязание. Все, отрезали они и куда уже не денутся. Также мы голубенькую протянем на эту сторону. Сшиваем голубенькой эту сторону. Тоже берем за косички. Стянули. Ну и можно еще пару рядочков, пару стежочков наверх пустить, чтобы не стягивая и отрезать. Так, чтобы тут не делать лишних узлов, я беру вот так вот слабенько один. Второй стежочек просто протянули легонечко сюда и сшиваем дальше. Здесь закрепим, чтобы оно никуда нас не полезло. Все. Дальше сшиваем также за косички. Далее я беру две ниточки. И вот у нас тоже такие тут косички есть маленькие. И мы берем за вот эти косички. Вот одна. И вот вторая. Прямо крючок сам залазит туда. Опять одна и вот вторая. Одну можно отрезать уже. Вот косичка и вот косичка. Тут взять за одну ниточку, сделать узелочек и еще пару стежочков, чтобы протянуть ниточку. Так, осталась еще у нас одна. А, ну я ее уже заделала, просто отрезать надо. Ну вот и все, наши пинеточки готовы, девочки. Остались нам только вдеть шнурочек, скрутить и сюда протянуть наши дырочки. Вот такие они пухонькие получились пинеточки наши. Они очень маленькие такие, как раз на новорожденного. Только вот с роддома забирать. Вот такие пинеточки. Так что вяжите, девочки. Хвастайтесь, у кого что получилось. Я желаю вам успеха в вязании, удачи в вязании, чтобы ножки были всегда тепленькие. Ну и все, до свидания, до новых встреч. Всего вам доброго.